могу разобрать. Тобой лопаются коконы. Шевелись давай! Первая шашка на месте. Прием. Куда? Вправо, влево? Становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. На, тогда и назад. Жми на кнопку! Где этот Салим? Эти заряды — божий дар. Такое чувство, что рушится вообще все. Это Салим. Он жив! Салим, прием! Ты там? Я окружен. Дела хуже некуда. Вампиры. Столько вампиров. О чем тут думать? Если вернемся, умрем с ним. Ему конец. Надо идти.
из нас. Я иду. Салим один из нас. Морпехи своих не бросают. Слышишь, Салим? Если я не выберусь, скажи Зейну, папа сделал все, что мог. Сам скажешь. Я иду за тобой. Меня этой штукой бросил? Ну да. Пойдем отсюда. Монстров с тобой не справится. Бля, это было просто охуительно. Эти твари над Салимом их раскидали, как перед финальным свистком Супербоула. Слушайте, мы еще не выбрались, но я вижу перед собой лучших. К черту. Лучших из лучших. Так что мы победим. Давай, идем вместе. Клариса. Yeah.
Черт, нельзя было ее отпускать. Зря я ее сюда привез. Получилось. Наслаждайтесь солнцем. Согрейтесь. Ты со мной, друг. А? У нас два живых. И охуенно готовых вернуться домой, морпеха. Рэгбист Койоту 2. Проверка. Прием. Это Рина 1-5. Вас слышу. Мы в 5 минутах от вас. Где вас там уносило? Прием. Кажется, мы выбрались. Мы победили. Я уж забыла, как здесь ярко. Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Я должен вернуться к сыну. Он, наверное, волнуется. Нет. Опять. Это слишком долго! Я не могу ускорить луну! Прорываются! Это все?
Ракеты? Где патроны? Огонь! Мы их задержим! Слава Богу. Спасены.
разум. Место само по себе. И из рая может сделать ад, а из ада — рай. Браво! Похоже, ваши подопечные выбрались из своего ада без потерь. Но память об этом будет преследовать их до конца жизни. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса. Что насчет тебя? Как полет? Фильм — говно, еда — говно. Ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Четверо из разведгруппы выжили. Их допрашивают там. Идем? После вас. А существа? Ничего подобного не видели. Колчик Джейсон, лейтенант разведки морской пехоты. Лучший из лучших, да? Ну, так они говорят. Черт! Сколько раз мне повторять одну и ту же историю? Я понимаю, но ЦКВС необходимо устранить все нестыковки. Какие? Здесь ничего не стыкуется! Например, почему вы вступили в союз с врагом? Тебя там не было! Твари рвали нас на куски! Мне насрать, кто он! Нам нужна была помощь! Я вернулся туда, чтобы спасти Салима! Он стоил пятерых таких, как ты! Сэмбер, сука, фай! Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Чем он так Колчика впечатлил, что тот решил за ним вернуться? Скорее бы увидеть его. Я больше ничего вам не скажу, пока не увижу своего сына! У нас тут принято по-другому. Вам не понять. Джейсон вернулся за мной. О чем это говорит? Там, внизу, ваша глупая война окончена. Давайте поговорим о существах. Вампирах. Мне с трудом верится, что вы могли убивать их вот этим. Развяжи меня, и я с радостью покажу. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Нет, 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 нет. Все. Я вам говорю. Это был город. Полный город этих тварей. Там были коконы. Тысячи коконов. Сколько организмов оставалось в живых? Много. Очень надеюсь, что они все сгорели. Это прямо второй Уинтерфолд. Ага. Так, тут у нас полковник Эрик Кинг. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Все учебники по биологии можно выкидывать. Эти твари, они развиты, они сильнее нас, они умнее нас. Если не хотите упустить ситуацию, прислушайтесь ко мне. Никто не сомневается в серьезности ситуации, полковник. Погибло несколько человек. Но я выбрался. И я позабочусь, чтобы эти твари остались погребены в этой дыре. Обсудим Целус.